А что ты думаешь обо мне, одна из личностей? Я думаю, что ты тупой жирный хуй***ос. Простите, что так долго не было видео. Я просто немного заболел корпусом. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные последователи. Ну и неверным хейтерам тоже привет, хотя я не особо понимаю, зачем вы вообще все это смотрите. С вами я! Это уже третий ролик по вангерам, и я чую, что мы пока что вообще ни к чему не пришли. Нас уже использовали как шестерку, подвергали учениям Ленина, ставили раком, вынуждали возить детей и участвовать в Лада Рейсинг гоночках, а мы так и не поняли, в чем смысл игры. Чего, блять? Зато в одном я точно уверен. Raid Shadow Legends — это одна из самых лучших бесплатных мобильных игр в стиле Deep Dark Fantasy, и это при том, что ее мобилку уже толком нельзя назвать, ведь игру также можно запускать и на ПК. О времена, о технологии. Технологии эра. Каждый божий день миллионы таких же геймеров, как я и ты, соревнуются в турнирах, угорают в разнообразных событиях и становятся лидерами турнирных таблиц, за что получают смачные бонусы. Да что уж тут говорить, если вы и так все знаете. Давайте я лучше поведаю вам за новые рейдовские потехи. Теперь ты можешь собирать уникальных чемпионов из частиц, которые можно заработать в рамках специальных и постоянно проводимых событий. Допустим, прямо сейчас ты можешь забрать себе чемпиона Крила. Также был открыт Ле Базар, где ты можешь приобрести себе ценный став в обмен на золотые слитки, вырванные с победой на групповой арене. Просто играя каждый день в рейд, ты можешь уже сейчас заиметь множество плюшек, ведь ежедневные вознаграждения за вход в игру продлены. Раздача крутых чемпионов идет вплоть до 270 дней. Сейчас самое лучшее время, чтобы присоединиться. Ну и чего ждем, сидим? Прямо сейчас переходи в описание под видео, качай рейд только по моим ссылкам, пожалуйста, и получи 100 тысяч серебряных долларов, 50 рубенчиков, 10 загадочных осколков, а также няшного чемпиона Сикача в качестве бонуса. И поторопись, бонус будет доступен только следующие 30 дней. В прошлый раз мы остановились на том, что готовы были отправиться на Некрос, таинственное место, новый мир для нас. Не будем тянуть за то, что тянуть не надо, и нырнем в неизвестное. О, так вот, музыкальная композиция. Ребят, вы, конечно, извините, но я не могу удержаться. Мы на Некросе. Ой. Многие фанаты вангеров уж шибко хвалили меня за то, что я показал, мол, игра на самом деле несложная, и как бы это правда, но про Некрос совсем неправда. Что для провинциала Некрос, то для петербуржца Невский проспект после дождичка. Это место, представляете себе, цветной токсично-синеватый Блайтаун, в котором вы можете утонуть, подорваться, застрять и просто пойти на три веселые буквы, то бишь в сторону мужицких вагиналий. Перемещаться, конечно, сложно, особенно учитывая, что нам вместо дорог выдали сраный кривой ров времен первой азербайджанской, а для ложной альтернативы сморкнулись сомнительными мостами, в которых вырастают дыры. Рвы, говно и мосты. Да. Это точно Питер. В этой локации вообще нет ничего человеческого. Если Фастрал был местом бытия людей, то Некрос как раз-таки место обитания Криспо. Поэтому весь этот кошмар логичен, а я клубничен. Так же, как и на Глорксе, тут нас будет ожидать подвох. Если сразу заедем сюда, а точнее в место под названием Ципа, то нас разденут до трусов с черкашами, все отберут и посадят в окушку. Чтобы избежать столь уже традиционной участи, нам нужно ехать в самую жопу карты, считай до Парнаса, а точнее до Бизона, и конкретно там завести знакомство с цикатухой. Привет, дорожник! Что-то я не припомню тебя. Постой. Да ты ж святой. Вот так находка. Кто, я? Цикатуха — это такая пожилая неформалка, лично заставшая Алдовый 2 на 2, Наруто на DVD-шках, моду на Эмо, спайсовую кому и тот самый Двач. Она, конечно, поперой навешает нам на уши лапши и скажет, мол, в Ципе нас ожидают сокровища, мы избранные, и скорее надо туда мчаться. Мчаться в лапы некой цифры. Она тебе заплатит за твой дар огромный куш. А познакомимся потом, когда приедешь на огромном сверкающем мехосе, вырученном за свою уникальность. Хо-хо. Как вы можете догадаться, эта анимешная выхухоль нас держит за лоха, просто
потому что мы чмо провинциальное, а точнее быдло в ее глазах. Но стоит вернуться к ней пару раз, как откроется она нам такой, какая она есть, по сути. Однако ты хитер, бродяга. Угу. Особо это поясняет нам заместные положники, а я же их немного дополняю для полноты картины. Начнем с того, что Некрос — место обитания Цикс, а Циксы — мухоподобные бабы с завышенным творческим потенциалом с переходом в наркоманский передоз. Они творят культуру, а точнее сочиняют лютую бредовую дичь, и их слова стоит как минимум раз пять процедить через марлю. Никакой адекватности, ничего разумного, только тотальное гуманитарное куртизанство. Та же цикатуха вообще в своей бизоне занимается тем, что бодяжит вещество токсик, от чего вида любой другой биос пустит себе поляшком струйки каловой массы и пошлет вас куда подальше. Хлебни токсика, навозник! Ну а те же вангеры в глазах цикатухи — тупые жадные мужланы, ведущиеся на сказки про богатство в ципе. Таких лохов с радостью разводят на бибосы, вырывают вангерскую сущность из мехаса и помещают в глиняный сосуд. Сей дивный продукт они называют маленький цикт, что символизирует тамошнего циксовского бога, а точнее маскота, а если еще точнее, плод больного воображения, но это не точно. После облепки лоха-вангера в глину случается аналог фастраловских больших гонок, отличающихся тем, что вместо элика выдается этот самый чмоня, и выдается совершенно один на всех участников гонки. То есть кому-то, одному, совершенно случайно. Если вы его получили сразу, то надо скорее, роняя кал, успеть доставить до бизоны в срок, либо же гопануть у другого вангера и доставить за него. Цики-брики! Уже в самой бизоне происходит анпакинг бедолаги, и его сажают в рафа. Классно! В случае посещения цикатухи мы показываем, что нутром не колхозник, а посему наш мехас обмазывают пахучей питерской грязью, гримируя под локального наркомана, из-за чего в ципе принимают за своего. Наш. Однако, я этим заманчивым способом пользоваться не буду, и специально ради вас снова пройду через очередной ад. Просто потому, что иначе мы пропустим важные куски сюжета и дуновения рофлов. А поэтому двигаем прямиком к одному из весьма необычных персонажей. Цифре. Он наконец-то, мы уже создались, великий воин. Уверяю тебя, ты обретешь здесь свое счастье с нами, красивыми циксами, да? Некрос мрачноватое местечко для прогулок, но здесь в ципе ты можешь чувствовать себя как дома. Все здесь тебя любят, особенно я. Твоя жена. Цифры. А что здесь происходит? Кстати, ты не хочешь меня поцеловать? Не пугайся, так и нужно. Ты мой муж и обязан меня удовлетворять. Милиция? Милиция? Брат? Бро? Гиря? Цыпа как персонаж ничем не хуже шекспировской Джульетты или Марлы Синкер. Такой балабольный ящик еще надо поискать. Она говорит какой-то юродивый бред и про бибуратов, и про элиподов, и даже про циксов из бизоны, которые по ее словам те еще мрази. Плюс она на полном серьезе заявляет, что циксы, конкретно в ципе, самые настоящие софти, то бишь люди. Угу. Кто-то может сказать, что она просто шизоидная баба под окололетальным передозом, но все не так-то просто. И порой в ее словах проскакивают вещи, вынуждающие подумать, что она единственная в курсах, что да как в этом мире. Главное правильно интерпретировать ее наркоманские угары. Абьюз? Мы остановились на создании софти и Криспа маленьким циком. Стал он собирать остатки тела и лепить из них новых друзей. Ногу от софти, голову от Криспа, от Бибы глаз куда воткнет. Трудился долго. Так появились биосы. Вид не очень красивый, зато всех много. Но эти интересности не отменяют того факта, что она куртитутка. Жена всех вангеров, и вообще нам харкают в лицо и отправляют бизону, где нас сажают в мини-колымагу и... Оу, щит, here we go again. Рафа как транспорт — румынская параша, а на болотах Некроса так тем более. Мы тут также можем пытаться заработать доставкой товаров, как, например, доставкой опасного токсика. Да, нас буквально сделали барыгой веществ на болотах. Правда, есть одно кого. Нам уже прямо сейчас доступна гонка циксовская под имечком Циклоп. Никаких предварительных поручений и заданий.
Держи маленького цика и гони. Я еще никогда, господи, не участвовал в таких состязаниях, то говнорафа. Понимаю, что выжить тут надо постараться, но коль я выиграю, то зовите меня пожилой побеждалый. Цокотуха поздравляет нас с такой легендарной победой и вручает нам ключ в мир Иксплу, что по сюжету является нашей следующей целью. Однако у меня, как и у вас, возник вопрос. Это типа все? Но как бы не все так просто. Некрос проходится быстрее обучения в ПТУ, но при этом проработан не менее детально, чем иные миры. Ведь тут очень много контента дополнительного. К тому же с получением ключа на Иксплу, о котором я вам чуть позже расскажу, мы, считай, прошли обучение к игре и открыли полноценный мир открытый. Да, это звучит странно, но именно так игра и работает. Сама суть вангеров становится ясна сейчас, ведь перед нами открыт огромный спектр досуга ебовошей на гробовозке. Можно убивать других вангеров и рофлить с этого, можно доставлять наркотический пердеж подземных живых торпед, закупать товары и продавать, или же вообще отвозить эти товары в другие миры и узнавать из уст других персонажей, какой мы красавец или мудила. Я не говорил о многих видах деятельности в предыдущих частях, просто потому что именно сейчас это к месту. И прежде чем двигаться дальше по сюжету, разрешите показать вам приколы, ведь некоторые алды понимают, что порой эту игру лучше не заканчивать. Поживите в этой игре хоть немного. По мере выполнения табутасков, а я их выполнять весьма рекомендую, нам открываются разные возможности. Например, доставка самих представителей биосов, те же элиподы с удовольствием прокатятся с вами от подиша до инкубатора. Либо же можете их попробовать отвезти вообще к другим биосам и посмотреть, что будет. То же самое можно сделать и с бибуратами, да и циксами тоже. Не сказал бы, что это дает выгоду, но как минимум удовольствие диалогов доставляет. Во время некоторых циклов грунт в эскейвах становится мягким. И мы можем при достаточной удаче что-нибудь там выкопать. Например, липурингу. Это очень личный предмет липкого, доставляющий ему эстетический балдеж. Его можно украсть, дабы поднять себе удачу, но тогда у нас отнимется уважение, а следом будет отправлен киллер, бегущий по нашему следу через миры. Можно, конечно, вернуть вещичку назад, но авторитета это не вернет. Киллера не отзовет, зашквара не смоет. А если также поковыряться палкой в вигбу, так вообще можно выкопать самого буравчика, который, как оказалось, лишь с виду грозный, а на деле пенис детра. Хочу нюху. По словам некоторых советников, он физически недоразвит, и все это грозное тело лишь скорлупа с маской по изменению голоса, внутри которой обитает мелкий негодяй. Карлана можно свозить в другие эскейвы, как, например, лампасы, и словить реакцию обитателей этих мест. Но если чумом водительским быть не хотите, то просто возьмите и выкиньте его из мерсных. Если желаете, то я вам потом покажу, что будет. И, кстати, снова о табутасках. Игнорировать выполнение оных есть пропуск рофлов. Конечно, есть среди них слишком садистки, как, например, пересесть со своей нынешней машины в РАФ и затем на нем выиграть ту же самую ядерную войну. Но мы не фрилансер и не на помойке себя нашли, чтобы так унижаться. Поэтому выбираем достаточно забавные квесты, показывающие негодяйство и вредность биосов. В одном из табутасков бибуратов мне повелели набрать нюхи бибуратской или циксовской и отвезти прямиком в подиш к липкому, чтобы тот обурел от негодования. Реакция липода дорогого стоит. Еще хочу вам рассказать про некоторые забавные механики, кои мы могли открыть намного раньше. Допустим, мы можем купить себе чудо-технологии, способные нас погрузить под землю и дать возможность словно крот двигаться под землей. Либо же наоборот, взмыть ввысь и хоть медленно, но двигаться над землей. Есть еще приспособление для плавания, но при попадании в водоворот нам хана. Так что проще стандартно, по методу чукотской подлодки, шкрябать пузом по дну. Это немногие приколы вангерского бытия, что открыты вам сейчас. Иксплу желает нас лицезреть, а я же вот не очень. Коридор к нему лежит в Глорксе, и вот несемся мы в мир, что по слухам нес себе пример мечты. Как говорят сплетники, здешний народ смог стать обладателем всех предназначенных им кукол. Это мечта каждого банча. Правда, после сбора всех кукол этот мир ныне мертв. Не думал я, что в столь цветной и задорной игре хоть что-то способно вызвать у меня тоску. Хоть ставь грустную музыку и едь.
столь грустном мире нет ничего привычного нам. След жизни есть, давно остывший, всюду руины, подземные опасности да ямы в песке. Единственное, куда мы можем заехать, это Спобс, правда, просто так он нам не откроется. От нас требует некий начертатель, но что это? Это одна из немногих неочевидных загадок, разгадать которую вы можете абсолютно случайно. Эту вещь вы нигде не купите, не выиграете, никто вам случайно ее не выдаст, а с мертвого Вангера она не выпадет. Так где же этот начертатель взять? Если ваше реальное бытие не особо прокачано на удачу, то на поиск начертателя у вас уйдет множество времени. Этот прекрасный артефакт можно найти в проклятом мире, попасть в который можно лишь при достаточном уважении со стороны биосов. Допустим, липки нас весьма уважают за труды, поэтому дает ключ на виксов. Это опасный, угнетающий своим видом мир. Вокруг вода, с опасными тварями, а в воздухе мухи, а нужный кусок земли лежит далеко и выглядит... Ё-моё... Кранк, об этом мы с тобой потом поговорим, ладно? Именно тут и лежит нужный артефакт. В данном случае это буквально начертатель, но вот проблема... Тут вполне мог лежать совершенно иной артефакт. Дело в том, что изначально, прямо вот с начала игры, насколько я понял, в каждом проклятом мире лежит совершенно рандомный артефакт, и поэтому начертатель я мог найти где-нибудь в жопе. Эх, прям вот в духе типичной казуальной гоночки без сюжета. Начерталка является одним из немногих артефактов, что существует в цепи. Конкретно этот может творить древнюю башкирскую техномагию мелом по земле. То бибы приманит, то в воздух подкинет, или же полем защитным окутает. Полезнее только швейцарский нож. Мы же теперь можем узнать, что скрывается на Иксплу. Я, Парафин, начертатель при тебе. Вошел? Хорошо. Наконец обрети здесь истину, пустынник. То, что вы сейчас можете наблюдать своим нутром, не живое и не мертвое. Себя называет наблюдателем, что до этого вел надзор за цепью. Это все, что сейчас нам дает понятен, ведь по его мнению, пока что мы ноль. Ему интересно, что происходит в мире под названием Трил, но нули там не выживают, и поэтому желает он проверить нашего Вангера. Парафин требует прибыть к нему на Мехасе, необычном и собранном своими руками. Если ты единица... Выполни указание. Если ты ноль, тебя нет. Мехас – машина покупная. Есть как маленькие варианты, так и массивные грузовики, что подобны танкам своей мощью. За бибы они наши, не вопрос, но есть мехасы, что за валюту не купишь. Эти машины необычайные, обладают самыми странными особенностями, а чтобы их получить, мы должны запчасти найти и собрать их сами. Именно такой транспорт и ждет от нас Парафин. Поперво я собрал мехас, именуемый Песколазом. Песколазом. Если вы ожидаете от меня шутки про письколазанье, то вы на правильном канале. И гоню я на своем меха-мехасе. Письколаз, ах прекрасен ты, ох прекрасен ты. На тебе я еще бы прокатилась. Ах, мой письколаз, как прекрасен ты, мой письколаз. Этот мехас быстро ездит по бугристым поверхностям, словно шелковый платок по бритой ножке. Он чудесен, но, честно говоря, просто быстрый и удобный мехас звучит скучно. Я знаю, что вы желаете увидеть что-нибудь с изюминкой. А как насчет винтокрыла? Не надо более беспокоиться о кочках, дорогах и других плебеевских проблемах. Ныне мы не водила, мы пилот, а Парафин же доволен. Он вручает нам ключ от нового мира, и мир этот куда более опасен. Ведь именно там обитает... Но обо всем этом вы узнаете в следующей... не финальной серии столь бизарного сказа про произведение Вангера. Конечно, я мог бы увеличить хронометраж данного ролика и рассказать, чем же все это кончится, но... у некоторых явлений есть финал такой, которому ты не захочешь мчаться, и также тут я лишь попрощаюсь с вами да посоветую, пока есть время, поиграть самим.
А коль желаете узнать все от меня, то ждите. Я скоро вернусь. Постскриптумич. Сообществу вангеров требуются мастера-кодеры для грамотной поддержки игры. Да, ребят, сейчас люди пытаются добиться всяких полезных вещей, типа высокого разрешения, роста частоты кадров и прочих вкусностей. Вангеры будут жить, но лишь благодаря вам. Если что, все ссылочки в описании под роликом, ребят. Ну, а я пошел. Не скучайте.